Она была здоровой штукой от Индокитая до Австралии. Фактически, ну, это был один континент. Австралия была плотно присоединена к Евразии. А дальше еще там, где сейчас Филиппины, еще один такой хобот вниз торчал. И в тех местностях жило очень много деградировавших существ. Они сейчас называются синантропы в науке. Ну, их первобытные там. Да, и они пошли туда. Потом в Индии был потоп, и часть ушла в Тибет, а потом их с Тибета выгнали местные, и они пошли в Китай. Горючая смесь вообще. А потом еще случилось ряд перипетий, и часть вот этого субстрата смешалась с потомками тахарцев, туранцев, с некоторыми изгнанниками из Ирана, с некоторыми сибирскими славянами, с некоторыми скифами. И вот так возникли татаро-монголы. Как бы. Так он видно с татаро-монголи? Кто? Китайцы. Нет, я же говорю, мы сначала с китайцами разобрались. Причем под китайцами я беру часть народов Китая, плюс Корея, плюс Япония. Но с Японией еще интереснее. Там жили славяне, которые сейчас называются айны. Они были бородатые, очень сильно бородатые. Поскольку еще раньше, вот когда Индонезия тонула, часть австралоидной расы, которая там жила, часть наглухо ушла в Австралию, а часть поднялась вверх. Ну, часть и в Индию еще пошла, но небольшая часть. И в Индии до того уже столько своих было, что она не сильно... Тоже те же синантропы, да? Нет, австралийская раса. Ну, те, которые, я понял, Индонезия. Австралийская, на Индонезии, и вокруг там жили и синантропы, и жили вообще обезьяны, которых сейчас грешники называют рамапитеки, но это неправильно. Их лучше бы назвали ханумана-питеки, поскольку это, собственно, вот те обезьяны, которых в качестве войска использовал даже там некоторые князья. И поэтому потом это даже Саагасту было приписано, что он их использовал в качестве войска. Ну, маловероятно, что они до Саагаста дожили, но как бы ладно. Так вот, часть из них пошла в Японию, которая была тоже еще большая, длинная и единая. То есть это был такой серп некий.